Так, всем привет. Решила записать видео, но правда сложила все вместе, что и себе взяла, и частично заказы, конечно. Смотрите, проновитал и фульвовые кислоты. Всем рекомендую. Пока я их принимала, все было ок. Потом, значит, недельки две, ну, я планировала их взять, но немножко оттянула время, да. И получается, мы попали на из школы, пришел товарищ мистер Гриб. Вот, и как бы сейчас я испытываю, вернее, у меня проходит, как это называется, открываю для себя иммунохит. Кстати, очень классный тоже продукт, иммунохит. Запоминайте, там цинк, витамин С, все, что нужно для поддержки организма, поможет выкарабкаться побыстрее. Так, что здесь еще есть хорошего? Мыло, как не взять мыло? Обязательно берем мыло, экологичное мыло для стирки. Мы стираем им все свои салфетки, все платочки, все места, которые нужно хорошо постирать. Это рукавчики, воротнички, пятнышки любые, все такое, все, короче, стираем. Кому не нравится с запахом мяты, но он, в принципе, тоже такой легкий аромат. Берем без запаха, называется Zero. Взяла пластины для стирки, у меня закончились, потому что рекомендуют, очень рекомендую всем. Так, это новенькие у нас вот наборы имбирный пряник и глинтвейн. Тоже замечательный аромат и очень классное мыло. Это мыло ручной работы. Видите, да, Handmade Natural Soap. Также заказ пришел от клиента. Это крем для тела Stop Cellulite. Сама не пробовала. Кто попробует, быстро скажет. Но аккуратнее с ним нужно. Особенно не мочить водой. И использовать минимальное количество, дозировку. Потому что очень будет щипать. Бегать будете, мало не покажется. Так, это у меня моя кошечка волшебная. Мне подарил наставник. Один из моих наставников, Алена Моторина. Благодарю ее. И она третий год со мной, эта кошечка уже. Там у меня горячая водичка, чаек, когда нужно. И новиночки. Смотрите, кокосовое молочко для ванны. Детокс, увлажняющее и расслабляющее. По 2 саше, я так поняла, каких-то там штучки. Но можно посмотреть, в принципе, я просто не открывала, как это выглядит. Вот так это выглядит. О, интересно. Очень интересно. Интересно, интересно. Ага. То есть они немножко как-то разъединены и объединены в то же время. То есть две в двух пакетиках и две таких штучки. Интересно, что с чем соединено. Проверим, расскажу, как работает. Это только-только вышла новинка, поэтому будем пробовать. Ну, вот такие вот пироги на сегодняшний день. Все, благодарю за просмотр. Контакты внизу под видео. Пишите, звоните, задавайте вопросы.